Добрый день, друзья! С вами Иноземцева Валерия. Сегодня я хочу с вами поговорить о здоровье. Ну, очень, мне кажется, такая актуальная тема. И сегодня мы будем говорить о продуктах компании LR, которые непосредственно связаны со здоровьем. О системе Body Mission, или еще называется система 28 дней, для кого вообще для чего эта система нужна, да? Кому она важна? Ну, прежде всего, это людям, которые думают о своем сбалансированном питании, качественном питании. Потому что на самом деле наше здоровье – это качество нашей жизни. Также это предназначено для людей, которые хотят откорректировать свой вес лишний. И, конечно же, для тех людей, которые занимаются спортом. Лично я употребляю всего несколько продуктов этой системы, потому что мне не надо сильно корректировать, слава богу, свой вес. Вот. Но чем она мне помогает? Ну, прежде всего, конечно, я занимаюсь спортом тоже по утрам, и йогой, и я бегаю, и, в общем-то, занимаюсь физическими нагрузками. Поэтому для меня очень важно, например, вот такой вот протеиновый напиток употреблять. Также у меня такой образ жизни, когда я много перемещаюсь в течение дня, это бывает на машине, это бывают разные встречи, я не всегда нахожусь в офисе, и мне очень важно, чтобы со мной были продукты, которые мне помогут очень быстро, быстрый такой прием пищи. Поэтому я вот употребляю с удовольствием вот такой вот коктейль Slim Active, да, три вида разных бывает, но я люблю, например, вот Latte Macchiato. То есть я вот в обед еще в офисе часто себе завариваю вот такой вот суп, вот, или Индия, или томат. И почему мне нравятся эти продукты? Потому что они не просто вкусные, они не просто быстро все, приготавливается, а то, что эти продукты содержат еще достаточное количество ценных веществ. Например, тут существует витамин В2, В6, В12, тут есть кальций, фосфор, калий, железо, магний, селен. Ну, то есть я не буду сейчас все перечислять, полноценное питание, которое содержит и витамины, и минералы, и массу ценных веществ, да. Еще, конечно, один продукт, о котором я хочу сегодня рассказать, это мой любимый продукт, вот, Fiber Boost, это клетчатка, которую я обычно на ночь кушаю, развожу ее с кефиром, и это такой, знаете, очень вкусный десерт получается. Но сегодня, в принципе, я хочу поговорить о другом, потому что мы много можем говорить о каких-то продуктах, но я человек результативный, непроцессный, и для меня всегда очень важно, чтобы был результат, вот. Потому что особенно с возрастом, когда у нас замедляется обмен веществ, знаете, как шутят, что мы поправляемся уже не от котлет, а от лет. Вот. Поэтому для меня очень важен результат. И сегодня я пригласилась в гости к моему другу Вадиму. Вадим, присаживайся ко мне поближе. Здравствуйте. Да. Вот. Который непосредственно вот на этой системе получил очень классный результат. Да? Да. Вадик, сколько килограмм ты сбросил с помощью этой системы, скажи? Ну, на сегодняшний день порядка 25 килограмм. Значит, это случилось, по-моему, 5 месяцев назад, да, я вот тебе рассказала об этой системе, и ты принял решение, что, ты хочешь ее попробовать. Да, с января месяца, со середины я начал заниматься этой системой. Скажи мне, пожалуйста, почему ты принял такое решение? Ну, проблема в жизни была очень большая, это избыточный вес. Я весил 123 килограмма. Хорошо кушал ты, да? С аппетитом, скажем так. И попробовал, когда подсказали за эту программу, то решил протестировать, потому что опыт я борьбы с лишним весом имел, скажем так, что безутешный. Я взял в студию, покажу вам, вот, пожалуйста, обращался в гемокод, где советовали, питание по группе крови. Обращался я в славянскую клинику, где проходил нейролингвистическое программирование и с помощью гомеопатии. Проходил кодирование в медицинском центре Грация. Обращался во много медицинских центров, и эффекта большого, скажем так, что не было. Ну и продолжительного, да, не было? И продолжительного. Ну, то есть ты такой экспериментатор. Совершенно верно. Ну, молодец. Совершенно. Вот у меня к тебе такой вопрос. Смотри, когда вот ты узнал об этой системе, мы с тобой оформили договор, ты подписался и получил код на доступ к
офису, да, вот именно где Буди Миша. Да. Я просто никогда не использовала полностью систему, поэтому, в принципе, мне интересно, чтобы ты рассказал, вот как ты зашел на этот сайт, и что ты там, что ты увидел, и что ты получил. Чем тебе этот сайт был полезен? Значит, после регистрации, когда открылась, значит, там полностью, скажем так, что вся программа, было очень много ценных их нужных советов для похудения, скажем так, что по кулинарии предоставлено множество рецептов мясных, вегетарианских, десертов, которые можно делать с помощью предоставленных в программе коктейлей, супов, значит. А скажи, есть... вот эти все вот рецепты, они сложные по приготовлению? Абсолютно никакой сложности нет. Для этого не надо много времени, не надо каких-то очень много продуктов, которые надо добавлять в тот или иной коктейль. Все довольно просто. Я помню, ты меня угощал вот средиземноморским супом, да, который я для себя открыла, кстати, с помощью тебя. И он был невероятно вкусный, там, с морепродуктами, с лукомпореем. Скажи, вот по времени, сколько занимало у тебя приготовление этого супа? Ну, порядка 7 минут. Отлично. Также и с другими супами, в принципе, 5-7 минут достаточно для того, чтобы приготовить очень сытный, вкусный, полезный суп. Скажи мне, пожалуйста, Вадик, вот после того, как 28 дней прошло, ты получил результат за 28 дней какой? Ну, порядка 25 килограмм. Не, за 28 дней. А, я понял это самое. Ну, 11 килограмм. 11 килограмм. Да, что 11. Потом произошло? Потом, в принципе, я начал заниматься, вошел в режим стабилизации. Значит, когда закончились продукты, которые входили в эту систему, я покупаю продукты выборочно. Значит, даю приоритет каким-то коктейлям или супам, которые мне нравятся более, скажем так, чем другие. То есть ты сам теперь выбираешь, уже сам себя корректируешь, то есть у тебя есть обычные продукты. Сколько раз в день ты заменяешь еду каким-то из продуктов вот, для коррекции? Значит, при программе Body Mission 28 дней я заменял для интенсивного похудения 2 раза в день. Заменял обычные продукты на продукцию, значит, супы, коктейли. В стадии, значит, так, стабилизации это происходит 1 раз. Отлично. И вес у тебя как бы продолжает снижаться, да? Продолжает снижаться. Еще плюс. Снижаться, да. Еще плюс 15 килограмм ты уже сбросил уже после того, как... Да. Стадии программа... стабилизации. Отлично. Ну, слушай, хочу подвести, в принципе, итог, да, какой-то. Ну, первое, что мы получили, это сбалансированные вкусные продукты, правильно? Абсолютно верно. Плюс еще и правильные рецепты, которые не сложны в приготовлении, да, и достаточно... ну, скажем, материально не очень затратный. С доступными продуктами. Нет никаких-то там продуктов, которые невозможно купить на нашем рынке. Пожалуйста, все доступно. Ну, плюс еще и витамины и минералы, которые содержатся в этих продуктах. Абсолютно верно. Ну, мне кажется, еще очень важно, что это ты не тратишь на это приготовление много времени, да? Вот, ну, да. Учитывая, что у тебя тоже такой достаточно активный образ жизни. Да, при активном образе жизни... Значит, это вполне приемлемо потратить на приготовление 5-7 минут. И, кстати, знаешь, что для меня еще было ценно? Что мне не надо было считать какие-то калории, вот как обычно мне там предлагали диетологи, да? Что там столько-то... То есть я понимаю, что если я беру какой-то из этих продуктов, употребляю его 2 раза в день, скажем, при 5-разовом питании, то это будет как раз вот такая сбалансированная еда. Ну, если, конечно же, я не ем там жареные какие-то продукты, не пью там алкоголь или что-то в этом духе, да? Да. То есть если мы такой нормальный образ жизни ведем, да? Не надо ничего взвешивать, не надо ничего пересчитывать. Все готово, мерные ложечки, пожалуйста. Получается очень вкусная, полезная еда. Вадик, спасибо тебе огромное, что ты уделил мне сегодня это внимание, за твое приглашение к себе в гости, да. Но прежде всего, безусловно, я хочу пожелать тебе, чтобы вот тот результат, который ты для себя, ну, уже получил, он все-таки закрепился. Сколько тебе ты поставил себе еще цель? Буду стараться до 92 дальше.
дальше посмотрим. Ага. Вот. Ну, я желаю тебе классного результата, да, с классным процессом таким, знаешь, когда вот эти две вещи совпали. Вот. А вам, друзья, безусловно, я хочу пожелать прежде всего здоровья, раз мы говорим о здоровье, потому что только от здоровья зависит качество нашей жизни. Поэтому до встречи с вами, подписывайтесь на мой канал на YouTube, и мы будем с вами рассказывать и разговаривать еще о многих продуктах, которых есть в компании LR, которая может улучшить качество вашей жизни. До свидания. До свидания. Спасибо за внимание.